ёбнуться, нахуй. Он что, у него тяжело меч отобрать, он здоровый, что еще ты, блядь, у него все-таки закет техники есть. Без нарушения правил там. Зло. О чем они спросить? Я там. Об их дружках, оставшихся на улице. Ебаный придурок. Тех, кто сел недавно, вот об этом человеке. И хозяин стал авторитетом портрет резидента. Нужный ответ пришел неожиданно. Я тебе говорю, эта машина, он уже ушла от него. Все, он только вывалится. Ой, все, вставай, снимай. Видишь, что произошло? О чем я тебе говорила? Ну да. Ух ты, блядь, заебень алмазы. Ёлк твою мать. Пиздец. Ух ты, блядь. Мама Мия, Слава, взад как-то давай, отъезжай от него, он может... У них этот подъездной путь... Ух, ебать! Ебать, дивизия, блядь! Ебать! Остается два варианта, и теперь мы ждем от вас вариантов. 6, кто первым пришлет нам верный вариант. Мы повторяем варианты. Да. Это либо то, что в Англии печатают законы, акты на телячьей коже, либо...
ебануться и получить истинное музыкальное. Аппетизер, сеньор. Так, аппетизер, сеньор. Собрал на мне. Аппетизер, сеньор. За проблемы с аппетитом. Аппетизер, сеньор. Where the restaurant is. Pero sé dónde está el restaurante. Pero sé dónde está el restaurante. Блять! Попали нахуй, все-таки, сука! Блять!
господи! Thank you.